Всем привет, с вами это Спич, и сегодня мы будем с вами смотреть видео с канала Арти Кварти. Погнали! Интересную спальню в Майнкрафте. Смотрите, вот тут вот у нас есть бочки, верстаки, печки, а наверху у нас стоит кроватка. Причем из-за вот забора к нам в кровать никто не проберется, и мы сможем спокойно поспать. Для этого нам понадобится плита из древесины дуба, табличка из дуба, абсолютно любая кровать, печка, бочка, верстак, забор из березы и ворота из березы. Для начала я отступаю один блок и ставлю печку, а сюда я ставлю верстак. Наверх я ставлю две бочки, вот так. Теперь я ставлю наверх этих бочек кроватку, вот так вот. И вот что у меня пока что получается. Теперь я беру плиту и вот таким вот образом ее ставлю. Теперь я ставлю плиту на один блок ниже и продолжаю точно так же ставить. Когда плита у нас начинает стоять вот так вот, я ставлю вот сюда вот. Не, ребята, не сюда, а вот сюда. И ставлю вот так. Это у нас получается такая, как лесенка. Теперь я беру плиту и вот таким вот образом ставлю, приседаю и ставлю вот сюда вот блоки, вот плиты. Затем я беру заборчик и ставлю этот забор на один блок. А сюда я ставлю ворота. Вот что у меня уже получается. Далее я, ребята, забыла взять стержень края. И вот сюда вот я его ставлю. Вот что у меня получается. Затем я беру таблички. И вот таким вот образом их расставляю. Вот так. И вот что у меня, ребята, получилось. Вы вот сюда вот можете еще поставить часы. Но я их ставить не хочу, потому что у меня уже есть две такие комнатки. И... уже как-то мне часы не нужны, как бы, мне главное для выживания. И вот что у меня, ребята, сейчас уже получилось, вот такой вот милый уголочек, спальня у меня вышла. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых встреч! Значит, сразу скажу, постройка красивая и голос милый. Значит, постройка даже красивее моей. Что могу отметить из минусов? То, что звук вот со всякими вот этими шебуршаниями, вот эти вот. Хотя, ну да, это не натурально, ну, натурально, точнее, вот так, звук. Но... шебуршание не очень слышать, советую тебе быть в программе для монтажа, как я теперь. Да, видео были все-таки шебуршаниями у меня. Теперь я перешел в программу для монтажа, CapCut. Вот. Да, это же CapCut. Да, вроде бы. Значит, и... шебуршание вот эти за кадром стало меньше. Вот, а так видео хорошее. И, ну, и все устроено красиво. То есть домик из этого тоже можно сделать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.